Рапорт об увольнении подал начальник межмуниципального управления МВД Балаковская. Завершилась служебная проверка в связи с появлением в интернете видео, на котором один из руководителей отдела полиции отчитывает подчиненных, применяя ненормативную лексику. Напомним, претензии подполковника полиции Владимира Матвеева к подчиненным состояли в том, что они, не выполнив порученные работы, покинули управление. В результате служебной проверки главный герой записи, подполковник Матвеев, был переведен в областной уголовный розыск на нижестоящую должность. А руководитель управления подал в отставку.